have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. Второй, начинаю обстрел. Понял. Начинаем мы с этого чекпоинта, собственно. Сохранение перед заданием у нас было, поэтому поехали отсюда. Должен сказать, что игра себя ведет очень неадекватно. Ау, ты откуда меня гасишь-то? Так тут все мертвые уже должны быть, ну чё? Откуда? Сместиться вправо. Смещаюсь. Смещайся. Попадать не хотим, не, ладно. Сместиться вправо. Смещаюсь. Там баллоны были газовые, ну ладно. Ясно. Ракета! Ракета, блин! Вы что, не слышите? Оставьте их прекратить огонь, это уже не шутки. Я постараюсь выиграть время. Общее дело важнее жизни одного заключенного. Это не шутки. Чёртова ясно. Я думал, они за нас. Хватит болтать, Коукс. Будь начеку. Вторая волна, ждите. 10 футов. Вертолёты противника на запасе. Повторяй. 2-1, мы в цели. Группа 1 готова. Переходим в режим ожидания. 3. Готовы обеспечить снайперское прикрытие. А, ну мне за этим... А, блин, я сейчас даже что-то это... погрустнел за этим вот... Иракезом опять бегать. Он меня так подставлял в прошлый раз, я вспомнил наконец-то. Хрена вообще бесполезная. Он вертушка разобрался, а хрена бесполезная. Я знаю, что он под оградой, блин. Я видел. В меня забор стреляет. Огар, контакт у тебя на 12. Вижу цель. Зачем мне задерживать дыхание? Я не стреляю из снайпы. Там не осталось? Тут остался. Наверху вижу. Можно... Блин, я тут где-то штайр видел. Можно мне штайр-аут? Где я видел тут нормальную винтовку? О! Спасибо. Давай, заходи. Опа! Пойдем. Так, забираем заключенного 627 и убираемся отсюда. Все так и будет. Всем быть на чеку. Вперед! Прямо в чеке будем прямо, да. Патроны, блин, я взял винтовку без патронов, но он, по крайней мере, лучше, чем то, что у меня было до этого. Там впереди пульт охраны! С его помощью я найду заключенного! Вы не знаете, где он, да? Я сломаю систему и найду заключенного. Давай, ломай. Мне нужно время. Все ясно. Роуч, надо осмотреть. Роуч, надо... Роуч. Роуч, дебил. Роуч, салага.
Там ляжки чьи-то, не? Или мне кажется? Ой, я ему в руку попал. О, мне патроны дали, вообще хорошо. Он там еще, да? Нет? Я его убил? Камера пуста. Я его убил. Отлично, я вошел. Вижу вас на камерах пульта охраны. Так точно. Известно, где находится заключенный номер 627. Нет, но я отслеживаю перемещение противников на твоем этаже. Это должно помочь. Ясно. Выключи пульт. Заключенный может быть в любой из камер. Роуз, мы у двери. Открывай ее. Пытаюсь, но и древняя штука. Роуз, это не та дверь. Я понял, ждите. Ну ты, блин, косолапый чувак. Ждите! По вам стреляют, ждите! Снять его! 4G, камера 4 жопы. Роуз, не молчи! Во всех камерах пусто! Вот, заключенный 627, был переведен в восточное крыло! Идите на нормальную! Она в центре! Так быстрее! Почему я не могу фонарь? Вот, короче, знаете, чем отличаются качественные шутеры от некачественных? В некачественном нельзя разбить фонари и всякое такое. Видно что-нибудь? Блин, тут щиты. Я не люблю, когда дают намеки на щиты. Ой, блин, еще и боеприпасы дают. Я их слышу. Отвратительно. Пошли. Здесь нас сразу заметят. А, то есть вас еще... В смысле заметят? Открывай дверь! Черт подери, все закрыто. Придется пробовать по-другому. Да вы тут пролезете, дебилы, вы чё? Ой, блин. То есть нас тут тупо заперли, да? Они направляются прямо к вам. Нам нужно прикрытие. Бери полицейский щит. Возьми один из щитов. Да, блин, заткнись, я не хочу со щитом ходить, твою за ногу. Там грена. Открывай дверь! Почти все, пускаю через вспомогательную схему. С щитом, а ты уничтожишь. Да вот этого убей, блин, вот. Олени тупорылые, я должен единственное тут заходить, стрелять. Да что ж за фигня-то? Мы еще не прошли это. Еще бойцы, они направляются прямо к вам. Нам нужно прикрытие. Бери полицейский щит. Да открой ты уже чертову дверь! Почти все! Пускаю через вспомогательную схему! Блин, чертовы инвалиды, а не спецназовцы! Пошли внутрь! Блин, скотина, ты меня опять подставляешь! Как ты меня задолбал-то! Ты понимаешь, что ты мешаешь только? Блин, кто придумал этого персонажа? Пожалуйста, пойди повесься в сортире. Есть контакт. Кто придумал вот это вот говно? Вот это вот... Я не знаю, как его зовут. Иди в жопу. Вот это вот кто придумал? А, еще не стреляй в своих. Ага, круто, блин. Спасибо. Вот реально бесит. Вот эти вот моменты... вымораживают просто нереальнейше. Не все, все, понимаешь, это в одну рожу. А если бы у вас было еще четверо полезных людей? Отдай комп. Идите, сделайте хоть что-то полезное, придурки. Огонь на подавление. Не на подавление, блин, а на поражение. Продвигаешься потихонечку и рубишь всех. Какого черта, блин? Хоус на связи. Советую выбраться через окно и не сомневаться.
Советую заткнуться тебе подальше, хацкер чертов. Группа имбецилов, ё-моё. Как вот, вот реально, как после такого они хотят, чтобы кто-то говорил, что там американские солдаты, что-то умеют. Это же просто реально группа имбецилов какая-то. Как? Это вообще бесит. Все их спецоперации полнейшее дерьмо. Крутяк. Все ясно. Отряд, переходим в режим ночного видения. Going dark, ага. Ох ты ж. Там попади в него! Попади в него, говорю! Чертов Маклауд бессмертный! Я тебя видел, ты думаешь, я тебя не видел? Спасибо, что предупредил вовремя. Меня что, убил, что ли? Нет. Блин, у меня патроны заканчиваются. Может, ППшку взять? Да. Похоже, флот не расположен к беседе. Подождите. Браво-6, они согласились приостановить огонь? Продолжайте. Буду держать в курсе. Отбой. Давайте с пулеметом похожу. Лишних нету, все только нужные. Да пропусти меня! Блин, скотина, как ты меня задолбал, пытаюсь в убежище забраться. Стоит у меня на пути, сволочь, блин, тупорылая. Как, блин, бесит всех, кто поубивал. На. Кушайте, кушайте. Свои, блин, хуже врагов, серьезно. Как так можно-то? А, нормально, убили. Супер. Блин, дайте мне одному это все пройти. Зачем мне такие напарнички, которые... Противник за домами. Был. Все. Вот тут, чувак. Да хорош, блин! Я пом... Да подвинься ты, тупорылый овца! Блин, меня это огнем жарит, блин. Этот стоит, стал на дороге. Не, не пущу тебя никуда. Не знаю, меня, по-моему, от слова роуч скоро будет воротить. Я крайне надеюсь, что этого персонажа скоро убьют нафиг, потому что он меня уже достал. Блин, меня многие кто достал уже. Патронов там много. Фу. И он не перезарядился. Я нажал бежать, и он не перезарядился. Вот это, кстати, по-моему... Ой, блин. Кто меня сзади... Блин. Прикрывальщики грёбаные! Ладно, я понял, спасибо. Попасть внутрь, придётся ломать стену. Перезарядись уже. С перезарядкой вообще беда. Чуть-чуть не ту кнопку нажимаешь, все, он прекращает перезаряжаться. Пофиг на все, я не буду перезаряжаться такой. Короче, это...
кто живой. Вижу противника. Я туда не пойду. Идите сами. Вон, вон, вон. Я его вижу. Заряди скорее. Мне пофиг, сколько вас там убьют. Ага. Упс, я своего убил. Но они все равно бесполезны, какая разница. Иди, иди. Ты еще медленнее можешь грену кидать, пожалуйста? Впереди штурмовое подразделение. Не пытайтесь атаковать их в лоб. Надо прорваться и ударить сбоку. Приготовьте гранаты. Противник между рядами шкафчиков. Не могу сделать выстрел. Блин. Грены, короче, на балкон не тратим. Пофиг на них. Нужно аккуратненько. Впереди штурмовое подразделение. Не пытайтесь атаковать их в лоб. Надо прорваться и ударить в лоб. Приготовьте гранаты. Макдавиш. Контакт движется. Контакт движется. Не вижу цели. Я вижу цель, блин! На другую пушку. Да хорош! Аватар! Цель на 12 часов. Не могу отработать. Тай, ёп! Т-т-т-т-т-т-т-т. Свои, свои. Эй, фиг поймешь на самом деле, кто где. Да хорош по мне стрелять, урод. О, грена есть. Вижу противника. Осторожнее. Там наверху один есть. Да хорош, блин, он на меня сразу бежит. Вот он сейчас мимо тебя пройдет, застрели его, пожалуйста. Несите, несите. Чем дальше, тем больше. Эрроу. Противник душевой. Вижу цель. Так где ты, говна, кусок? Блин, я тебя не вижу. Вижу цель на один. До свидания. Да. О, блин, я тебя понял. Цель подтверждена. Смотри, куда стреляешь. Смотри, куда стреляешь, он нормальный такой. Используйте ящики для прикрытия. Бесполезная биомасса, блин. Дайте патроны взять хоть каких-то. Цель снята. Направляемся вон к той дыре в полу, дадим концерт. До свидания. До свидания. Вижу цель. Вижу волка. Дайте я нормальную пушку возьму, блин, у меня патроны везде позаканчивались. Фиг с ним. Гоуст, мы в старом тоннеле, идем на юго-юго-запад. Юго-юго-запад. Продолжайте движение. Ой, хоть гренок подобрал. Но патроны нужны.
Я не хочу остаться здесь, когда корабли снова начнут палить. Двигайтесь, вы почти на месте. Обнаружено два сигнала. Один из них должен быть заключенным 627. Откуда ты это знаешь? Молодцы. Молодцы. Брось. Соуп. Брайс. Кажется, это ваше, сэр. Какой еще соуп? Ладно, пошли. Надо отсюда выбираться. Право шесть. Обстрел начался раньше. Выбирайтесь оттуда, быстро. Это показывает максимальный непрофессионализм военных и несрабатываемость их с флотом. И, короче... Назад! Найдем другой выход! Давайте, давайте, бегите. Кто придумал, чтобы NPC бегали и ходили медленнее, чем основной персонаж? Еще одна тварь, которому место в аду просто. Да пропусти меня, чтоб тебя, блин! Так должно было быть? Хорошо. Надеюсь, что да. Да. Делай что угодно, Соуп, только быстро! Право 6, вижу ваши сигнальные ракеты. Спускаю. Шансов здесь поцарапаться, сломать себе шею вообще ни одного не было, да? Хорошо. Короче, ребят, фишка в том, что чисто потому, что они лохи, я по-другому сказать не могу. Красавцы, блин. Да, да, круто. Это читать должны? Угу, спасибо, спасибо. Я не знаю, просто мало ли, может, кто-то из вас сейчас сидит, читает. Да, кстати, ну то, что я вам еще говорил, что оптимизацию этой игры, к сожалению, тоже отвратительную сделали. Она жрет ресурсов просто как не в себя. Вот. Неоправданно, абсолютно неоправданно. То есть такая... Это не какая-то супер продвинутая графа, и есть куча игр этого года, которые лучше по графике и оптимизированы просто в 100 раз лучше. Так что это еще один минус. Вы сделали ремастер, но не оптимизировали ее. Молодцы. За кого я сейчас играю? Не заметил. Какие у вас эти ноутбуки игровые прикольные? Ну что ты мне под ноги-то кидаешься, а? Ну, б. Не хочу, это с этой винтовкой пока. Подъем, мы уходим. Да-да-да. Конец связи. Слушайте, зона эвакуации по подробно. А, я, видимо, опять за этого играю, за булочника. Ну, наверное, мне кажется. Если здесь Фоули, в прошлый раз с нами тоже Фоули бегал, когда мы играли за булочника, так что... Я думаю, что это он. Куда мне? А, вон туда. Спасибо. Если мне за тобой следовать, так иди вперед, блин! И мы убираемся из зоны обстрела! Нам нужно выиграть время для эвакуации! Оверлорд, на связи 2-1 главный. Вы прикрываете зал. Поддержки никакой. Отсюда из первой группы принесли свой банан. Прием!
противник. Это противник. РПГ ушел. Грена, грена. Ты фига, живой еще, блин. Я в тебя что, ватными палочками стреляю? Это уже свои. Нормально, они проходят вперед, оставляют... оставляют у себя в спине противника. Какая нафиг тактика? Какое что? Вы о чем? Живо, живо, да. Единственное, что можем орать, и все. Ты в кого стреляешь? Я понял, пойдем. Проходим, врываемся. До свидания. До свидания, говорю. Комп. Нет, это не комп. Показалось изначально, что это экран. Чёртовы грены. Рамирес! Огонь на подавление! Да! Вражеский огонь в секторе 1 Альфа подавлен. Блин, чертова грена, но я не успел зайти туда внутрь. Да, спасибо, следите за индикатором, ага. Да, мне кто-то говорил, что их можно отбрасывать рукой. Да, ну, не знаю, такая себе идея насчет отброса рукой. Вам нужен грач? Они откинули. Они просто откинули греном. До свидания. Вот там в двери будет, да? Да хорош, блин! Та-та-та-та-та! Дай! Ба-ха-ха! Я же нажал кнопку отбросить, я не ту кнопку нажал. Чёртова граната одна и та же, я второй раз уже там убила. Да идите нафиг! На 2-1 главный. Внимание, мы внутри продвигаемся на верх. Подтверждаю, оверлорд принял. Откуда? Я иду вперед. Да, выполняю. Огонь на подавление. Оно пустое, это РПГ. Контакт у тебя на 4. Цель на севере. Вижу цель. Сюда нужно просто свою грену зафигарить. Принято. То, что персонаж состреляет в текстурах и всякое такое, вот вообще не радует. Поднимаемся на второй этаж. Скажите ПМ первой группы, чтобы не открывали огонь.
Понял, 2-1. Доброй охоты. Где же эти летчики? Неприятель подавлен в секторе 2 эхо. Понял, 2-1. Черт подери. Да это же Капитолий. Хантер 2-1, внимание, противник в юго-западной части на 5-м этаже. Обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, оверлорд. Мы немедленно отправляемся на 5-й этаж. Отбой. Кого? Вы о чем вообще? Так точно. Я понял. Грена, 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 чертовы грены! Ну, сюда, сюда. Группа стрелков ликвидирована в секторе 4, Чарли. Вас понял, 2-1. Просто коридорчик. Рамирес, иду вперед! Так идите вперед, почему только я иду вперед? Грача! Грач самая популярная птица у нас сегодня. Продвигаемся к юго-западному углу. Вас понял, 2-1. Какое-то движение. Следите за своими секторами. Движение граната, моментально. Проверьте углы. Здесь никого нет, почему вы двери не проверяете? Противник на час. Беспалевный такой сидит. О, грена. Чёртова. Нет, 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 нет. Фух. Флешка. Это плохо. Перезаряди, пожалуйста. Один главный. Захватили наблюдательный пункт неприятеля. Захватили, да. Оверлорд, вас понял. Точка эвакуации у монумента Вашингтона покинула несколько транспортов, но они под угрозой. Можете их прикрыть? Прием. Да, точка. У нас тут куча вражеских боеприпасов. Мы им сейчас устроим. Конец связи. Рамирес, бери снайперскую винтовку. Ищи цели к югу от монумента Вашингтона. Почему снайперку я хочу из гранатомета пофиг? Где я тебе найду снайперку? А, вот. Внимание всем! Это точка эвакуации у монумента Вашингтона. Мы пока держимся, но с запада на нас наступает неприятель. Мы под обстрелом. А что за монумент? Точка эвакуации, все еще под обстрелом. Амира! Это вражеская пехота с кремами! Ребят, стесняюсь спросить, откуда у вражеской пехоты джавелины? Да я стреляю с упреждением, блин! Следует пехота противника. Осторожно. Позиция монумента Вашингтона под обстрелом. У нас осталось 80% боевых единиц. Запрашиваем немедленный снайперский огонь по неприятелю с запада от монумента Вашингтона. Прием! Меня кто-то бьет, между прочим. Он ранен! Справа!
меня даже прикрыть по-человечески не можете, что ли? Нормально, крутец просто, суперский, ребят. Обожаю вас. Ну, на самом деле, вот это вот... Чёртова флешка! Ой, игра сохранена. Живо! Это не вражеская техника. Где вражеская техника? Вот. А чё ты не выстрелил-то? Так фига он не... Вон он, вижу. А теперь живо на крышу, быстро! Вас могут окружить! Так точно, направляемся на крышу! Живо, живо! Атлас 2-6 сбит. Всем эвакуационным бригадам работать по протоколу 3. Только срочная хирургия. Атлас 2-3 сбит зенитным огнем из Капитолия. Сзади гражданский комиссар! Куда нам? Это свои, прикольно. Да, конечно, Рамирес, блин, булочник на все затычки. Делаем с воздуха все, что сможем. Первая группа транспорта ушла. Ривер 2, начинайте второй этап эвакуации. Берите только тяжело раненых. Даггер 2, выстрел из АРК. Бери влево, влево. Оверлорд. Даггер 2-2 подбитый, теряет высоту. Группа РПГ у монумента второй мировой. Жмите на кошетку до тех пор, пока всех не выкосите. Да меня гасит. А, вот. Держи, не высовывайся!
Это сейчас выглядело немножечко комично уже, извините. Экономит, понял. Перезарядка, последний патрон. Окей. Булочника убили? Так, мы сейчас опять играем за этого, за салагу. Хорошо. Что с булочником? Да, в принципе, пофиг. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Теперь все вокруг в огне. Лично. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, сэр, обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Лодка? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени, войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты... Кажется, связь оборвалась. Так обычно и поступают. Крутые пацаны. Кажется, связь оборвалась. Я не буду слушаться приказов. Слишком сильные помехи. Ты его видишь? Прием. Так точно, Соу. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, со мной и не высовывайся. Мичко, вы мне хотите сказать, что контакт. Прайс... Патруль противника. Прайс сидел в тюрьме... Черт знает сколько. Пять человек, автоматы, осколочные гранаты. Одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. Собак в играх не что я видел в Припяти. Это болонки. Хорошо, что ты оттуда выбрался. Вас понял. Обходим тихо и ликвидируем отставших. Терпение. Так, ребят. Не делай глупостей. Прячься. Неужели... Неужели то, что мне кажется, миссия с Чернобылем, это была не в этой части, это была в первой части тогда, получается. Ну, судя по его словам, то, что я видел в Припяти, ну, то есть, тогда, получается, миссия с Чернобылем была в первой части, тут ее не будет. Окей, значит, моя память меня подставила. Двое нормально. Двое отстали покурить. Займись одним, второй мой. Неплохо. Так, мы стелсим, я так понимаю, да? Давай попробуем. Я готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Красиво. Прикончим их одновременно. Займись и бойцом, и собакой. Чувак, тебя явно там по голове очень сильно били в этой тюрьме. Зачем ты высовываешься на дорогу? Объясни мне, пожалуйста. Это мост, потому что... Ладно, договорились. Капитан Прайс. Капитан Цена. Есть капитан Очевидность, а это капитан Цена у нас. Даже пишется так же. Не, серьезно, мне кажется, меня скоро от имени Роуч будет тошнить. Потому что... Мы остались без разведки, у противника. А, и Соуп это тот, по-моему, дикий ирокез, да, который нам мешал последних два задания. Вот Соупа надо, чтобы грохнули 200%, потому что скотина редкостная.
А Роуч меня чисто уже имя начинает бесить. Не потому, что он плохой чувак, потому что, типа, я за него играю. В смысле следовать? Ты вообще дебилоид взял, без меня рванул. Мне понравилось. Почему мы посреди дороги-то стоим? Валим, валим, валим отсюда. Почему ты бежать-то перестаешь, оленя кусок? Ты что, устал, что ли? Ты здесь? Идем. Спасть скорость. Их техника здесь не пройдет. Они вас уже обнаружили. Ищут. Есть один. Есть один. Ага. Нельзя, чтобы нас нашли, я так понял, да? Блин. Следовать за этим шляпком надо, трое, да? Впереди. Прикончи их или обойди, выбирай сам. Выбрал. Хорошо. В смысле обойди? Обойди. Красавчик, блин. Оставлять людей в спине. Самое то, что надо. Очень профессионально, ребят. Я смотрю, вы тут это часто практикуете. У вас-то в норме считается. То есть... Большой патруль на 12. Готов. Они нас видят. Огонь! А ты сам не хочешь пострелять? Собака! Да блин! Да блин, ёпрысты, ты чем-то занят, а? Я тебе... Блин, козлина, ты тупая. Зачем ты со мной пошел, если ты стрелять ты не умеешь? Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Двоих справа? А, вот этих. Готов. Еще патруль с собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Барабай. Они нас видят. Огонь. Нет. Не видят! Где же эти датчики? Держать! Один готов. Роуч, не нарушай маскировку. Ты я все испорчу, блин. Это реально смешно слышать от таких, блин... Знаете, что я подумал? После прошлой игры, в которую мы играли, я имею в виду про Dishonored, я готов слово «пиндельтон» употреблять в оскорбительном виде. Поэтому после таких пиндельтонов, как вы, блин, не нарушая маскировку, от вас такое слышать, это просто... Я тут о чем подумал? Что, ну, игра-то 9-го года, если не ошибаюсь, для многих это был шутан детства. И все так восторгаются этой игрой не потому, что игра такая хорошая. Зоу, это воспоминания про их детство. Как насчет поддержки с воздуха? Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Вас понял. Та скала подойдет. Роуч, бери управление хищником. Мы ж не будем шуметь, блин. Прок...
Проклятье. Что такое? Его сбили. В деревне стоит ЗРК. Хищник сбит. Сол, нужен еще один хищник. Понимаете, они отправляют беспилотник, там, на нем ракета, на нем... Ну, это денег, короче, все стоит, если что. Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь взять другое оружие. Мне и так нормально. Патронов, правда, мало, но... В смысле? В смысле не стреляй в своих? Это свои, что ли? Откуда мне было знать, что это свои? Твою-то за ногу. Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь взять другое оружие. Вызывайте подкрепление! Нужна еще пара вертушек для зачистки! Вот это не стреляйте в своих реально достало. Ты свой? Откуда я должен знать, спасибо, что свой? Спасибо за зенитки. Да не за что. Надо уходить, взрывы привлекут внимание. Привлекут? Тут уже должна быть половина армии. Простреливаю чуваку две коленки, он умирает. Стреляю чуваку в два раза в торс, он живет. Эл, логика. Я не хочу пулемет брать так-то по-хорошему. Мне мое оружие нравится, мне просто патроны к нему нужны. РПГшки улетели. Бежим! Восьмой танковый взвод движется к автостраде. Ну-ка, бы из пулемета я бы такой не сделал. Противник на час. Смотри, куда бьешь. Прайс, контакт у ящика с боеприпасами. То есть мне дадут боеприпасы, это хорошо. Это чужой? Окей. Боеприпасы-то я могу взять, не? Похоже, фиг. Соу, мы объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй беспилотник скоро прибудет. Осторожнее, их у нас не так много. А вот и подлодка. Прямо под краном. Роуч, бери хищник и займись их обороной. Ищи проблесковые огни. Это мы. База поднята по тревоге. Поторопитесь. Через несколько минут лодка начнет погружение. Идем. Надо было в вертушку. Почему у нас был только один выстрел, я не понимаю. Ракета воздух-земля готова. Минус танк. Работа, БТР уничтожен. Это наши все, да, это наши. Я бы вертушку снял бы на самом деле. Там ракета наверху была, попробую сейчас. Ракета воздух-земля готова. Где ракета была? Ну, иди сюда. Ракета воздух-земля готова. Блин, конечно, дадут мне вертушку сбить. Я тебя понял, надо из этой фигарить, из воздух земли. Из воздух земли. Ищи проблесковые огни. Это мы. Так, давай вертушку сразу снимем. Да, она меня больше всего пока что бесит. Мы привлекли их внимание. База поднята по тревоге. Поторопитесь. Через несколько минут лодка начнет погружение. Идем. 12 патронов, мало. Ракета готова, давай. Ракета воздух-земля готова.
Идем, идем, идем. Мне кажется, тут кто-то лишний был. Сдохнуть не хочешь, например? Ракета воздух-земля готова. Сзади! Почему вы, блин, ослы тупорылые, оставляете противников сзади? Это что за чертова мода такая? Ищи проблесковые огни. Это просто капец. Мы привлекли их внимание. База поднята по тревоге. Поторопитесь. Через несколько минут лодка начнет погружение. Идем. Так, давай сюда эту штуку. Хотел все по-человечески сделать, по-человечески не выйдет. Так, продолжаем. Тот же БТР, да. А мне не нравится. Хорошая работа, БТР уничтожен. Луковой есть лишняя граната! Цель на 10 часов. Так точно, вижу его. Они пытаются сдохнуть. Они пытаются сдохнуть. Минус. Я не перезарядил пулемет в конце концов, да? Группа цели уничтожена. Молодец. Вперед, вперед, пошли, 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 ребят. Мерзавцы кидают гранату. О, игра сохранена, супер. Ракета. Ракета воздух-земля готова. А этот готов? Готов. Хорошо. Троих, вообще хорошо. Быстро, быстро, быстро шевели булками, по мне тут стреляют. Да подвинься ты, блин, чтоб тебя... Отлично, я на борту. Прикрывайте еще пару минут. Ракета воздух-земля готова. Минус грузовик. Нужен, нужен, сейчас будет. Сейчас будет, чувак. Ракета воздух-земля готова. С ними покончено. Я зачем перезаряжаюсь? Это же пулемет, чертов. Вижу, подходят. Юг-док возле подлодки. Игра сохранена, кстати, неплохо. Давайте я туда сейчас из беспилотника зафигарю ракету.
Блин, ребят! Райс, как понял? Ракетная шахта приведена в боевую готовность. Дайте беспилотник! Это мы сейчас провалили задание, да? Нет? Нет. Ладно. Окей. В кого ракета открыла? Минуточку. Это Прайс был на подлодке. Это он диверсию типа... Я понял. Я думал, что-то, что он где-то... Ладно, это я уже протупил. Пофиг. По нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Или это все-таки не он выпустил потери. Ракету? Че? В зависимости от места взрыва, от 30 до 50 тысяч. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы просто не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. То есть вы понимаете, что чем дальше, тем больше и больше маразма? Хорошо, ладно, ладно. Я вас понял. Дагер 2-1, это Оверлорд. Как слышно, прием. Второе солнце. Дагер 2-1, это Оверлорд. О, Рамирес. Рамирес живой. Окей, я думал, что он уже скопытился. Но мы еще, видимо, следующую игру будем играть за Рамиреса. Круто, рад за него. Наверное, не уверен. Все, ребятки, на этом сегодняшнюю серию заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Маразм крепчает. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.